Друзья, приветик, с вами Никол Маркарян. Я люблю играть на коробке и мечтаю о том, чтобы у каждого в доме был кахон для того, чтобы веселее играть с гитарой, которая и так в каждом доме. Мне обидно, если гитара в каждом доме, то и кахон должен быть в каждом доме. Что за дела? Так вот, серия видео с песнями Агутина продолжается. Это 4-я песня. Мне кажется, мы на ней, возможно, остановимся, возможно, нет. Но подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях. А также пишите в комментариях, какую песню, не обязательно Агутина, какого артиста-певца вы хотели бы услышать в моем исполнении кавер на кахоне. Сейчас у нас, пока экран не потух, мы погнали, знаете, какую песню? Ай-яй-яй. Я бы и не спал, только рано или поздно ли, а сон придет, как бы не устал, никогда не получается. Наоборот, эти миражи исчезают и непрошено являются. Что это, скажи, неудобно получается. Ай-яй-яй, это парадокс, параллельные реалии. Ай-яй-яй, что бы я ни нес, обыходит аномалия. Ай-яй-яй, я бы и хотел, только ты неприкасаема. Ай-яй-яй, разум улетел, да неведомо, не знаемо. Закрываются, и сон плывет. Что ни говори, никогда не получается. Наоборот, нет, дела дрянь. Никуда тебя не выбросит. Из этих слов, с моря берегов, не увидит, а не выбросит. Ай-яй-яй, это парадокс, параллельные реалии. Ай-яй-яй, что бы я ни нес, а выходит аномалия. Стараться дать побольше разнообразия для ваших аранжировок. Если где-то что-то непонятно, пишите в комментариях, я их укрупню на следующих видео, либо коротеньких шортсах где-нибудь здесь в Ютубе, или в Телеге, или в ВКонтакте, или на личной страничке. Всем хорошего дня, пока. Скоро увидимся.